Сезон ФНЛ досрочно завершен. Такое решение приняли на исполкоме Российского футбольного союза. По итогам первенства футбольный клуб «Нижний Новгород» занял 11-е место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 очков после 27 матчей. За сезон лучшими бомбардирами нижегородцев стали сразу трое футболистов, забивших по 5 мячей. Это Игорь Портнягин, Максим Полиенко и Павел Игнатович. Старт розыгрыша следующего сезона 2021 запланирован на 2 августа. Резервная дата 9 августа. В следующем первенстве ФНЛ могут выступить 22 клуба, но ясность наступит после лицензирования.